30 лет, ростом 77 сантиметров, его активе 16 досрочных побед, 15 нокаутов при одном сабмишене. Профессиональный рекорд. 18 побед и 13 поражений. Из города Ош, Кыргызстан, Бекболо Адылдар. Его оппоненту 26 лет, 177 сантиметров рост. 9 досрочных побед, 6 нокаутов и 3 сабмишена. Из Алхангалы, Чеченская Республика Россия, имам Витахана. В рефлетке Кирихан Шибилов. Бекболот Абдулда и имам Витаханов сейчас будут выявлять сильнейшего. Статистика на ваших экранах. Моложе имам Витаханов, да и ИБФ у него поменьше. Итак, смотрим. Бекболот заправский нокаутер. Причем он, как правило, делает ставку именно на прямой нокаут, не на технический. Смотрим. Да, ну а имам он все-таки более разносторонний спортсмен с опытом большим выступлений, как мы сказали, по разным дисциплинам. Ну и, к слову, этот поединок открывает у нас основной карт дневной серии SA-180. Хороший проход. Здесь по защите. И слева достает до цели Абдулда. Посмотрите, есть небольшое покраснение, да, Витаханова на лице. И вертушка по корпусу, кажется, зашла. Тут же проход в борьбу от Витаханова. Попытка перевода, все удачно здесь. Начинается борьба, тут же кавгард. Как все быстро и стремительно делает имам. Тут же отключает правую ногу Бекболота Витаханов. Здесь уже действительно должно быть определенное преимущество у Витаханова. Стремится он закрыть треугольник на пояснице. Это удалось. Укрепляет замок. И, видимо, будет переход на удушение. И посмотрите, как вот целенаправленно он пытается провести этот прием. Без какой-либо дополнительной подготовки. Идет давление на челюсть. Очень серьезное. Но нет, расслаблен замок. А вот еще одна попытка. Улучшается замок. Кирихан Шибилов смотрит внимательнейшим образом. И смотрим. Терпит. Все. Досрочная победа. Имама Витаханова, удушающий прием уже в первом раунде. И причем там зашел под предплечье именно ту зону, откуда идет не просто давление на челюсть, а уже непосредственно на дыхательные пути. Что ж, выходит на серию из двух досрочных побед в первом раунде. Имам Витаханов выиграл прямым нокаутом у Антонио Роберто. Сегодня выиграет удушением Влади. Опять же, в первом раунде у Бекболота Абдулды. 11-я победа всего. 26 лет, еще раз напомним этому парню. Он прям на ходу. Крайне интересно, что для него придумают в следующем поединке. Да, блестящая победа имама Витаханова. Удушающий прием сзади. Победа одержал боец из Красного Лагеря.